Продолжение предыдущего видео, мицелий наш. Сразу для сравнения. Вот утром снимали видео о том, что первая ласточка, ну вот она, всегда делает общую погоду. Делает расширение немножко вот расширение, то есть не расширение, а освежение перфораций, ну и ну вот примордий. Сейчас и тут будет примордий. Ну вот примордий. Все, больше добавлять и бухтеть в принципе здесь нечего. Просто предыдущее видео снималось утром. Там меня тоже хватило на целых 17 минут что-то там набухтеть. А вот здесь, пожалуйста, это снимаем буквально вечером. Утром это было, ну во сколько там, во сколько утро наступает, часов в 11. А здесь вот снимаем сейчас, наверное, часа 23. Вот, пожалуйста. Тут добавить можно все что угодно, но результат видим на лицо. То есть утром этой картины вообще не было. Была только надежда. А вечером приходим и видим вот такое. Прикольные вот такие примордии. Есть такая мысль когда-то, в достаточном количестве, если их делать. Вот такие штуковины. Вот где-то для маринования. Вот довольно интересный сама субстанция вот выглядит. Вот в приготовленном виде, если аккуратно это там сварить, возможно. Ну, вот выглядит довольно-таки интересно. Ну и смотрим дальше. Для сравнения смотрим предыдущие видео, если попали на это. Я специально в конце вот добавлю дату и после даты добавлю, что это утро, а это вот вечер. И картина, как говорится, то, что называется маслом. Вот здесь, где мы расширяли перфорации. Сразу надо вот это сделать. Ну и добавить здесь нечего. То, что удивительно, что вторая партия пошла быстрее за первую. Может быть, где-то вентиляция сыграла роль. Может быть, еще какие-то факторы. Здесь, скорее всего, картина завтра будет тоже, я так надеюсь, что маслом. Все дело в том, что вентиляция находится дальше, естественно, и вот ламинарный ток, он именно классно получается вот по этой стороне, и поэтому здесь видим картину вот такую. В принципе, это все уже в примордиях. Вопрос только уже не
дней, а уже вопрос просто часов. То есть буквально, ну, будет интересно, я не поленюсь. Вот именно завтра я приду и посмотрим, как будет это все картина выглядеть завтра. На сегодня вроде все. Был с вами, как всегда, Макс Селлер, вот в грибном помещении. Вот, подписывайтесь на канал, следите за публикациями. Будет много всего интересного. Подхожу к вопросу именно финансовой стороны грибоводства, но вопрос непростой. Непростой, так как взята на себя непростая такая штука. Там снимать видео о том, как у меня грибы растут. А речь идет о Funny Mushroom School, то есть о школе все-таки грибоводства, то здесь нужен какой-то методический подход. И для того, чтобы начать какую-то методику, нужна определенная точка отсчета. Вот мне кажется, что эту точку отсчета я уже нашел. И вот из этой точки мы начнем разговаривать вообще об экономической стороне выращивания грибов. Ну а вот от нее сделаем толчок и уже поговорим непосредственно о самой технологии выращивания, экономических вопросах, ну и о всем остальном. Будьте на канале!